Вообще. Я приехал дрифт снимать. Я люблю только безопасные съемки. Дрифт уличный. А это не дрифт был? Меня зовут Егор, я катаюсь на Toyota Mark II, которую взял в Омске у Дамира. Эту машину в Омске, наверное, все знают. В Омске нет развития. Я выбирал между городами. Было три варианта: Москва, Питер, Сочи. Ну и как-то получилось, что Сочи, в общем. И я очень сильно полюбил этот город. Здесь охрененно, маленькая Япония. Город, где можно развиваться, где есть бабки, где есть хорошая компания, она сама обрастает вокруг тебя, и все реально очень добрые, открытые. Не знаю, город располагает для жизни. Это полностью стоковый марк на 154-й коробке на первом VTI MJ с давкой килограмм. Все. Ковш, ручник, 300 сил, механическая коробка. И поехали.
in the box when he goes to sleep. But he never sleeps cause he stays up to watch shit. Scared to look away cause at that moment it might get stolen. And that's the last of the boxes. So he chained himself to the box of the lock and then he locked it. Swallowed the combination and then forgot it. As the doctors jotted all down with their pens and pencils, the same ones that took away his voice, that's left his instrumental like that. Я считаю, что Сочи, как город для дрифта, это реально топчик. Ты здесь понимаешь опасность. Ты здесь понимаешь, что ты должен либо ехать, либо этого научиться, пока ты едешь в угле, либо тебе крендец. Впервые, слушай, я ворвался сюда 2 года назад на Grounded. Он еще был чисто таким стенцовым. Я был на Сливе, она еще была на Эссере. Не думал, что особо тут будут дрифтить, но знал, что здесь парни гоняют. Вот. Тогда мне очень движуха себя понравилась, именно дрифтовая. Я хоть и выезжал всего 2 раза, но катнули мы, да, прикольно. Если сравнивать, как сейчас мы катаем здесь, и ребята катают, и, в принципе, это, конечно, небо и земля, потому что тогда это было несколько поворотов, и то мне казалось, что это пипец топ. Сейчас, конечно... Вялая хуйня. Слышь! Нормально получилось. Что-то. Хорошо было? Ты офигел? Не, вот только что мы там... Ну, короче, мы там чуть не уебались нахуй. Он отрулил, и я понял, что, блядь, мне перестало быть настолько страшно. Нормально. Ну, отрулил, чувак, нормально рулит. Да, да. Если он, типа, собирается въебаться, он понимает, куда надо отрулить. Ну, заебись. Это просто топчик, в моем понимании. Мне очень нравится, как он едет. Мне очень нравится то, что он делает. Собирает из того, что есть. И оно едет, потому что едет Ваня. То есть там едет не машина, там едет Ваня. И конкретно едет, так скажем. Как человек, он, блядь, вообще просто душка, одуванчик. Самый лучший дрифтер в сиях Хуна. Мне кажется, он как в Флинстонах, там еще педали подкручивает на этом своей машине. Его никто не может догнать, но это как я понимаю. Потому что он едет на зацепе и толкается. Ваня, это тот пример, что... Вам не нужен огромный бюджет, чтобы ехать там на уровне, даже на соревнованиях.
с машинами, которые, блядь, вложены просто по 1.5 миллиарда. Но из-за того, что просто он научился не закрывать газ, а просто ехать всегда в полную гашетку, он едет охуенно, да. Местами ему не хватает мощности, он жестко на это психует. Очень бы хотелось, чтобы такой человек имел бы финансы, и все это вообще было бы прям топово. Ваня с самого начала вызывал у меня уважение, потому что среди всех наших сочинских дрифтеров он ездил жестче всех, выжимал все соки из машины и там на клатчах просто там брал поворот не мощностью, а ходами. То есть, когда у него машина не вывозит, он просто такой: да чё, я просто залечу на просто высокой скорости, чтобы меня оттуда вытащила инерция. Когда все остальные на ручнике просто на прямых колесах ставятся, мылятся, потом в большом углу вывозят на паровозной тяге. Вот, у него машина, она как бы, может, и отчасти мощная там, для этих Corolla, да, но вот схожая, конечно, по стилю у него вождения, вот как на Corollaх гоняют в Японии. То есть это вот правильность, ну, на мой взгляд, философия у человека. Конечно, он, может, и хотел бы мощную тачку, я думаю, бы хотел, но вот эта тачка позволила ему стать тем, кем он стал сейчас. Типа, это очень классно. Мы с ним сталкивались в соревнованиях, и он очень достойно едет, он классно контролирует машину, когда он находится в каких-то четких границах, это значит, когда он там близко подъезжает, он может отгасить сцепление, вот, потому что сцеплением работать как раз таки учит слабый автомобиль. Ваня вообще боец жесткий. Прикинь, на 180-сильной тачке там или и то того нет. Пару раз цыгане придут, и этого не останется реально. Да, едет там очень сложная конфигурация, там наравне со всеми, в принципе. Они здесь стояли, смотрели всю эту хуйню, спрашивали, что-то тачек, кто ебашит. И говорит: бля, пиздец, пацаны, типа на троечке ебашит. Я говорю: да, говорю, знаешь, какой мотор? Я говорю: 2.5 сил, куда эти нахуй? Говорю: спроси, я не верю. Ты знаешь, помнишь, я тебе кричал? Вань, сколько сил? Такой: живых? 180! Так вообще я сам 150, да, или 180 сказал, да. Как будто сам похоронил 60 лошадей. Они там похоронили. А у тебя цыгане живут? Там 50 лошадей, это что? Бэху, если бы не жалел, допустим, как копейку, он бы вообще чуть сотворил. Он едет везде, в принципе, там почти в полную шишку, но при этом понимает, что въебаться никуда нельзя. Если честно, так получилось, то, что там борщ, стила, все приехали, все ебашут на ахун, а копейка, жигули у нас никто не любит, типа говно машина, они просто не понимают, что это лучшая машина, и типа как-то, ну, не по кайфу было ехать на копейке с ними, пришлось на BMW ехать, рисковать, разбил ее чуть-чуть, там покоцал, вот, и теперь не так страшно стало, хотя все равно очкую. Это так незаметно, а в машине сру прям пиздец. Вот такими. Все реально 192, не панчи, все это пошло, конечно. А если перебрать мотор? Ну, я
хочу с трокер собрать там, 3 литра, все, у меня волны делают. Нихуя. Будет прям зло, да? Прям, да, это. Бля, ну заметно, что чуть-чуть типа скорости поменьше и уже пизда, да? Да нет, в отсечке просто. Он в отсечке просто едет везде. Мы за ним ехали, это просто. Если бы она как раз в отсечке бы ехала, вот чтобы она прям долбила, то было бы заебись. А она в этот момент, она нас падает и не может. У тебя, знаешь, как будто тут какой-то момент, если ты его держишь просто, ты все время в нем ебашишь, как псих просто. Еще понравился, я наверх поднялся, сейчас, говорит, пацан тут стоял на горе, говорит. Ебать, там пацан, говорит, на бэхе 5 перекладок здесь сделал просто. Я ржу, я думаю, Ваня. Потому что ему туда далеко ехать, и типа за раз это не получится строить машины, надо просто ездить, неважно, хоть она на трех колесах, да похуй едь, блядь, просто надо ездить, ездить и ездить. Что-то поломалось сделать. Когда-то один хороший дрифтер говорил, Домнин, что-то наебнулось или что-то хочешь улучшить, ты улучшил и поехал, а не сразу строить ебучий проект, оно нахуй не надо. Взял машину и поехал, заварил редуктор, поехал, блядь, поставил руль, поехал, поставил ковш, поехал, и все время ездить, только так. А когда ебучие проекты строишь, ну хуйня получается, вон, посмотри на Техас. Я Иван Техас, потому что мы оттуда родом. Я и еще один человек. Пиздёж. Мне всего 25 лет, это слишком. Ну да. К 41. Ладно. Техас, короче, дикий, честный, кайфовый чувак, который лысеет, короче. Ему это не дает покоя, понял? Короче, ебаный, да? Да, слушай, два месяца. Я его купил, типа, нафига марка этот, он постоянно ездит, он такой тяжелый, мне на нем надоело. Надо купить маленькую, легенькую тачку. Купил, марка продал. Теперь я вообще не езжу. Мы отстроимся и бахнем. Вы будете видеть, как мы едем на 0.6, как лохи. А потом, когда мы под конец фильма будем. По 0.7 как уебем там. По поршням когда-нибудь полами. Я год назад переехал в Сочи, и я не считаю себя местным, я такой некий гайджин. В Сочи я переехал с двумя машинами, они приехали на автовозе, это Toyota Mark II, 100-й кузов. И я привез сырую машину, которую купил в ночь перед самолетом. И это, мать ее, типа легенда, типа королева дрифта, Nissan Silvia S14. Я так посмотрел, посчитал, там машина стоит определенных денег, думаю, ну 300 тысяч и подготовим ее для дрифта, потому что до этого она никакой подготовки не имела. На сегодня, спустя 1 год и 2 месяца, как Nissan Silvia у меня, я вложил в нее более 550 тысяч, ну сейчас еще умер двигатель, я думаю 700 уже можно считать, тысяч рублей. Выезжал я
6 раз. Че, ты сромался, что ли? Короче, у меня маслонасос отрыгнул, давление да, масла. Бля. Да ну! Да. А я там, короче... Не-не-не, ну пока не тук-тук, но мы все сделаем. Тачка не настроена, 0,6 давка, она нихуя не едет. И я ей таких клочей навсувал, чтоб пизда маслонасос сказал «Чао, бэйби». И это шестой выезд, как мы уже с вами посчитали. Шестой выезд, цена та же 550 тысяч. То есть, ну, как бы сейчас уже не 110 за выезд. Нормально, сейчас пресс-секретарь скажет. Да, как скажи пюрешка. Пюрешка. Путем несложной математики мы можем посчитать, сколько стоит мой выезд. И я часто задумываюсь, что слетать на отдых стоит, ну, 100 тысяч рублей на одного. Просто кайфануть на отдыхе, посмотреть страну. То есть, иными словами, вместо того, чтобы твои руки были грязными всегда в масле, я мог посетить уже 6 стран нашего шарика. Ренат, ворот обратно. Ваня, привет. Ты записываешь? Да. БМВшники на М50 катаются. One thing you better know is hieroglyphics run things. Even when we unheard, even when we unseen, be aware, we are there, prepared to counteract the whack fake. Niggas be scared after dark and fall apart when the disaster start. I blast a spark cause I mastered the art. And this is a ritual in which you will enjoy now. Every man and woman. Гоухарды бухают просто постоянно, поэтому потеют. Самара — это как раз таки тот человек, который ездил на 33-м Skyline, когда я ходил в школу. Вот, к сожалению, очень долго я видел у него какой-то застой вот в вождении, но сейчас вроде все как бы у него опять там идет в гору, так сказать. Как бы катается он классно, че, очень стабильный, за ним можно ехать и не бояться, что его развернет, как бы определенно такой народ у нас отсутствует, то есть если бы вот таких больше самарцев у нас было, у нас бы культура хотя бы вождения, она явно подросла бы. Самар — это тот парень, который научил меня ездить в Сочи. Тот, который научил меня кататься по горам. Самара тоже красавчик. Ему так пофиг, он всегда едет почти стабильно, хладнокровно. Просто охуенный чувак, который готов всегда там. Алло, Самара, блять, надо? Да, давай, окей. И у него охуенный белый Sky. Возможно, Sky уже продан, и он уже купил удочку. Я иногда выкатываюсь, когда скучно становится. Позавчера гонял на хуне. Да нет, ну сюда. 24-й тапочки, смотри. Я же себе такой вот мотор буду хуярить. V6? Не, я буду просто приезжать и газовать все. Обсосите! Какой гоняй! Турбояма! Вчера, после покатушек, точнее, во время покатушек, я слышу какой-то стучочек такой. Тук-тук-тук-тук-тук. Да, баба Клава, что ли, пришла. А оказалось, ты что? Достал я свой датчик из-под выперды перды давления масла. Давление масла в двигателе отсутствовало. Мы сейчас демонтируем двигатель и нашли, короче, контрактный двигатель прямо в городе. Постараемся завтра уже его подкинуть.
Вы знаете, это все мне нужно, потому что ты ловишь некий кайф от дрифта. То, что ты наедине с управлением автомобиля, то, что тебя окружают такие же дебилы, как ты, и вы такая как бы кучка, которая раньше существовала, и я на нее только смотрел. У меня был эвакуатор, и я возил ребят на РДС. Они выступали, я был всегда в техпарке, смотрел на всю эту кухню изнутри. Мне так нравилось, думаю, блин, это же так круто, там спортмашина, ты едешь, ты этим живешь. И я думаю, надо тоже этим, к этому прийти. И у всех спрашивал, сколько это стоит. Для меня это главный вопрос был. И знаете, ты когда входишь туда, ты удивляешься. Удивляешься вот этой атмосферой людей. Вот дрифтеры это одни из самых добрых и отзывчивых людей. И вы знаете, я сам таковым стал. То есть так как постоянно у меня все крутится в бизнесе, и постоянно ты имеешь дела с людьми, которыми ты только деловые связи выстраиваешь. То есть нет такого, я тебе дарю то, я тебе дарю то. Мы продаем это, мы продаем то. А в дрифте ты спокойно даришь людям что-то. Ты хочешь помочь человеку, потому что какая-то вот такая аура творится. Знаете, это как вот вы на отдых приезжаете, и ты у тебя в голове, я отдыхаю, я ни о чем не хочу думать. Также здесь ты понимаешь, что я в этой сфере, сегодня я помогу, завтра мне помогут, меня поддержат. И, ну, несмотря на все мои там поломки и прочее, что я, в принципе, редко выезжаю, на сегодня ребята все равно зовут, говорят, приезжай там туда-сюда, 5-10, мы тусим там, мы тусим всем, и мы как компания, как двоичка. Граунд — это мероприятие, которое пятый год, по-моему, проходит. Вообще, это стенс-движуха, где просто все стенсеры собирались, бухали. А в этом году это стало мероприятие, в которое вставили дрифт. Слушай, ну в целом я тебе скажу так, что мне этот граунд стал больше нравиться, чем два, на которых я был до этого. Именно тем, что есть дрифтовая, конечно же, движуха, потому что я человек не пьющий, не люблю весь этот кутиш вообще, поэтому я все время тогда вот грустил. Ну, было прикольно, хорошая локация, достаточно много пилотов, интересные люди. По движухе круто, по организации есть вопросы. Надо подучиться, посмотреть другие ивенты, посмотреть, как делают официальные соревнования. В любом случае, это мероприятие для меня почти ничего не стоило. Это, ну, реально было дешево, но ощущение было дофига. Это то же самое, что съездить в другой город на какой-нибудь РДС, там, на малую серию, потратить 100 тысяч рублей и, по сути дела, получить кайф только от компании, ну, в которой ты провел это время. Тут, во-первых, это было рядом, никуда не надо было ехать, и компания была та же самая, которая бы поехала с нами там, в Краснодар, Ростов там, или еще куда-нибудь. Every road on the map, get a vibe low.
bitch, pop a bean and a half. Got a queen hitting ass, sipping lean in the back. Bank robbery, we going and we leave with the cash. We just getting what we need, see no reason to ask. Drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment while we can, cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. Grounded, это худшее, что вообще куда я есть там. Заебись, машина не едет, но похуй. Заебись, машина едет, но похуй. Я первый раз в жизни не прошел квалификацию. 17 или какое 18 место, ну это пизда, это позор. Там просто очень сильная дуга из-за того, что у меня машина срала, я не мог проехать. Бля, как всегда мне холодно, блядь, когда вы снимаете. И опять я в этой же одежде. Epiphanies on symphonies, epic epigrams. Man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tomb. Don't say the sky's the limit when there's footprints on the moon. Moon walking on the sun, sun beaming, I'm a star. Star shooting into space, spaceship it up to Mars. Yeah, I'm universal, my purpose to pursue. This path and get back, that's how life's supposed to circle. Yo G, bro that purple, run that beat, back reversal. I don't need no damn rehearsal, this is internal, eternal. Life is like a flick, leaving space for the horns, that's my shit. Until we meet again, paint the world with brighter colors. Word to the bride, my, y'all my sisters and my brothers. One time for the lovers, spread that energy around. And keep it all in motion, getting lost inside my sound. Топовая организация была, мне очень понравилось. Спот очень тяжелый, я пиздец как раз, что я там не разъебался. Вот. Потому что ты там едешь, я тебе говорю, вот просто трасса, ты с полотна слетаешь, вот где уже прикатана резина, на пыльный участок дороги, где никто, допустим, не ездил, ты пытаешься там двойную какую-то постановку сделать, тебя просто тащит. То есть ты постоянно в охуях, ты постоянно в напряге, ты просто в шоке постоянно, я тебе говорю, там. И у тебя нету места на ошибку. То есть спот очень офигенский, он тебя тренирует просто дико. Немножко подвела техника, но это уже вообще абсолютно мелочи. Я дошел до топ-8, накатался... Было дофига тренировок, где можно было кайфануть. Я занял что, третье место занял в итоге по соревнованиям. Первое место занял в квали. Для себя лично скажу, что это большое такое достижение, потому что я человек с Питера, как бы не горный чувак, но это, я чувствую, это моя стихия. И, конечно, хотелось показать тут на все, что способен. Хотелось там объехать местных, хотелось занять первое место на квали, да и первое в соревнованиях. Был варик это сделать, но не получилось. Третье тоже хорошо, в принципе. Это мое, можно сказать, первое участие на мероприятии дрифтовом, где я бодаюсь с таким уровнем дрифтеров, то есть кабаргин. Там, блин, ребята все, Ромчик, там, Самара там вообще с борщом фигачил, он же прикатом туда. Он даже диски, понимаешь, разъебал. Каково мне осознавать то, что я проебашил там 4 дня и не разложился? Я, как Ваня сказал, чувствуешь ты ли себя лохом, что ты в парный не попал? Я говорю, нет, братан, я тигр. Я прокатался 4 дня, меня ни разу не развернуло. Я проезжал полностью по заданию. И там в одной из квалификационных там 80 или 85 баллов набрал. Трасса ебучая. Стенс говно.
and I dare not turn the pages. Fighting with automatic self-destruction. It's a blind faith, a cruel waste, one bitter taste. So I know I need this sweet sensation. Да, я был один раз в Сочи на пару дней на Grounded в 2019 году. Я приехал ради того, чтобы посмотреть на Стилова, и все. И вообще, изначально я ехал даже не ради Grounded, а ради того, чтобы посмотреть, как пацаны нахуйни валят, потому что я видел только на видосах это все. И я тогда еще, по-моему, с Романом как-то что-то пересекся, спросил, он говорит, пацан, тут будут какие-то лютые махинации с Жигулями. Но я не остался. Мне неинтересно. Я и так у себя в Луганске навидался всякой хуйни. Меня зовут Богдан, я приехал из Луганска. Я езжу вот на BMW 36 2 литра 150 сил. Я приехал сюда, чтобы показать пацанам, что 2 литра тоже могут ехать. Но я был в этом не до конца уверен. Но все-таки что-то получилось, и пацаны говорят, что я ебанутый. Потому что делаем миллион перекладок. Yeah.
bitch that's squeezing, than a nigga that's bleeding. See, I'ma drink my liquor, and I'ma smoke my weed, and I'ma smoke. Я очень переживал, и несколько раз на пути к Сочи я думал развернуться и поехать домой, потому что я не знал, что будет, не знал, как все будет происходить, потому что я некоторых ребят только видел в интернетах и думал, что не заладится общение с обычным парнем. Но в итоге ребята оказались еще проще, чем я, и все сложилось как нужно. Ну что ты, Гусь? Нажал, блядь, на две педали, блядь. Заебись. И что, у тебя опять брусник? Да, и ключ, блядь, я раздох на твоей какой. Заебись. Меня зовут Семен, я из Туапсе. Приехал один с машиной. Ребята позвали, я приехал. Так бы не приехал. Планировал очень давно приехать в Сочи, но все никак не мог что-то. Ну, в Туапсе вообще негде кататься, как бы. Там нет площадки, ничего такого нету. Чисто как бы едешь на перевал и катаешься по перевалу. Перевал — это вообще федеральная трасса, как бы она идет. Ну, ночью выезжаешь, часа в 3-4, машин нету и едешь как бы нормально. Но летом не вариант вообще. Значит, что могу я рассказать о дрифте Луганск? Все очень печально, потому что это послевоенный город. Раньше у нас был аэропорт, который разбомбили и взорвали. Но сейчас вот все же что-то закрыли, и в итоге мы катаемся в ДЖД вокзал. И каждый раз нас принимают копы. Лягавые. Что говорят, что это не площадка для тренировок. Езжайте вот к ролистам. Ролисты, пацаны, нормальные, там можете с ними познакомиться, подрифтить по прилюке. Где там физика? Как ты туда заезжал вот так? Куда? В левый поворот вот так. Мой хоми из Грузии, и просто мне нравится, как он говорит с акцентом. Я очень был удивлен, и мне очень понравилась эта коллаборация японского джезета и немецкого автомобиля, и это очень стильно выглядит на самом деле. Все тут гонят, что тачка должна быть на том моторе завода, на котором должна она быть, но вообще на самом деле нихуя. Подруха же с татуировками круче выглядит, правильно? Асфальт портишь, газон, люди стоят, смотрят, и нормально. Это капец. Хороший стим вообще, чувак. Так, очень быстро. Че, все нормально? Да, ты проехал два раза или три, я снял вот эту всю херню.
Красава. Хочу попробовать сейчас по кругу. Но много срыжек таких, потому что мощности не хватает. Ну да, все нормально. Ну не хватает. Поехали на охоту. Ну попробуй еще здесь, а мы пока будем собираться по чуть-чуть. Но. Надо пробовать дрифтить, если вы этого хотите. И пытаться по-мокрому, как угодно. Главное пробовать. У меня была шестерка, я ее просто выпилил всю и перекачивал колеса. Мы с ребятами собирались, пятишки воды наливали и просто на споте давали такого угла. Ну, короче, как и все нормальные пацаны, но и я не из этих. 54? Было? Да. На ЮРБшке? Жиза. Первый? Второй. Мне нравится в Сочи. Поскорее бы переобуться и ехать дальше, короче. Почему Лаурель? Ну, вообще, на самом деле, у друга был Лаурель. А у меня была BMW E30 на первом GZ-е. И они все время такие, типа, когда к ним приезжаешь, там, да нахрен это BMW, типа, вот, там, давай Лаурель. Ну, короче, за Nissan топили, типа. И я как-то раз собрался на Бэху покупать подвеску. Она там что-то полтос стоила. Они опять типа, да нахрен, говорит, тебе эта подвеска. Смотри, говорит, какой Лаурель продается. Такой раз телефон показывает мне, такого прикольный. Садимся в машину, едем в Краснодар, покупаем Лаурель, привожу Лаурель. Он был дизельный, там весь расшатанный, скрипящий, без там гидроча, без всего вообще. Через, короче, я не знаю, наверное, месяц только Бэху забрали. Только как ее забрали, сразу Лавра в гараж. И все, и понеслась на 2 года в гараже сварка, болгарка там. Мотор 2 GZ GTE на китайской турбине, на гитраге 260-м. Сцепление, газель, ну, в принципе, все. Рычаги сварили сами в гараже, ну, типа, задние регулируемые все рычаги, там, передний просто разваренный, по-моему, сантиметров там на 5 где-то, и пиленые сошки, все, по подвеске все. Работаю ради машины, да. В принципе, все деньги уходят на машину. Ну, езжу на БУшке, только на БУшке. Один раз в жизни только покупал новую резину, как бы. На самом деле, собрал машину вот за 1.5 года. Сцепление только отрыгнуло, и все. Все остальное ездит, как бы работает нормально. Ничего там, моя сварка нигде не отвалилась. Я думал, она где-нибудь отвалится там. И все, что мы будем ехать, это будет спот. Я буду Техасу говорить, куда вилять. Ну, по кругу, как бы... Нет, это будет не круг. Ну, что, бензобак открыть, Техас? А? Бензобак открыть. Нет, подожди, мы вдруг закроется. Да-да-да, ну вот тут рядышком прям. А, там нормально, ровненько. Да, ну ты нигде там прыгать не будешь, тебя не считаю. У меня еще сникеры здесь. А что там, например? Сейчас все посмотрим. Это, короче, спот, который я хотел записать. Когда здесь спускаешься, там, главное, люди едут. То есть наручники отвези, посмотри, что все окей, и откройся. Колеса? Да. Ну давай, блядь, скинем. Вон, заедь направо, да скинь. А, вот сюда, брось, я не вижу, что их кинь. Да кто их спиздит? Они посмотрят. Ну давай, ладно, попробуем, что. Да, еще со второго раза точно бах. Блядь, чувак, красавчик вообще, блядь, показал ему спот. Если он сейчас его бахнет, я прям вообще просто, я буду его любить, я в топ-сет к нему приеду. Shouts out to the underdog. Shouts out to my family. Shouts out to my family. Shouts out to the motherfucking majority. Another young black male, he kinda look like me. All of you did
нахуй в рот, блядь! Хорош, прям вообще хорош. Просто ебать! Ладно. Ёбаный нахуй Семён. Просто, ну я не особо езжу, блядь. Нихуя себе! Блядь, это охуенно, ты вообще красавец. Прямо охуенно. Охуел. Я охуел, да. Ты, блядь. Вот ты вещи творишь. Это все Лаурен 33. Чтобы попасть в видос Go Hard, нужно жать на газ и не бздеть. И все будет заебись. Ну и как минимум хотя бы пару слов из себя выдавливать, чтобы быть слегка медийным. Мне это кажется всегда нужно, чтобы люди хотели с тобой общаться. И ну, какой-то юмор немного, потому что без юмора никуда. Юмор это все, и юмор сближает больше всех. Здорово. Что, брат, как в Сочи? Нормально? Потом. Это я борщу, понял, говорю. А, нормально. Кто-то в Сочи, а кто-то дрочит, да? Ощущения от Сочи? Хочу жить в Сочи. Споты вообще ништяк. Особенно Ахун, но Ахун немного страшновато. Тут типы ебашат, блядь, что вне себя. И я не удивлен, потому что я их как бы видел раньше на просторах интернета, и вживую это вообще, конечно, по-другому смотрится, но вопросов вообще никаких, типы просто топ. Компания, да, вообще отлично, все ништяк, ребята, все едут отлично, вообще круто. Это дрифт, на который я всегда смотрел, на который всегда хотел равняться, и в итоге я побывал внутри, и я рад, что я оказался своим пацаном. Ну, все. Вот эта вся атмосфера, сочинские ребята, они все такие зажигательные, да, они как бы такие тебя подначивают всегда. Ну, то есть, вот, когда я приехал, я это почувствовал, что типа, ну, давай, 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 давай. И так как бы ко всем, давай, давай, давай. И ты видишь, как все это валят, думаешь, блин, я тоже так, и погнал. Но на самом деле надо подойти с головой, лишний раз, может быть, да, где-то там развернуться, где-то спокойно, где-то выпрямиться. Но зато для себя наращивать вот этот, потихонечку вот этот местный скилл, прикатываться к местным, опять же, вот этим извилистым всем трассам, ТГ, и тогда, я думаю, там, не в первый день, не во второй, в третий поедешь нормально. Ну, если у тебя есть какая-то база. Конечно, если базы нету, будет сложно. Есть такой спот на Салахауле, ну, просто дорога на Салахаул. Пускай ты... Вот. И первый раз я туда приехал, меня привезли посмотреть вообще, как, что там новый асфальт кладут. Я приезжаю такой и захотел пипи. Думаю, ну, надо встать, это тут на углу трассы, что нет-то. Встаю такой, и я не слышу, как у меня моча приземляется. Я понимаю, что у нас высота адская. Я включаю фонарик, а он только темноту светит. Эй, это что такое? А на следующий раз, когда я был в Салахауле днем, я подошел к этому же обрыву и понял, если бы я пошел ссать на метр дальше, я бы не записывал это интервью. А представляешь, когда ты валишь в угле там... И у тебя вот это в голове проносится, и ты понимаешь, не-не, косячить нельзя. То есть, если у тебя неполадки с машиной, если у тебя тачка не рулится, горы, горам это пофигу. Пофигу, что у тебя двигатель глохнет, пофигу, что у тебя рулежку закусывает. Либо едь, либо не едь. It's
знаешь, изначально мне что не понравилось, когда мы туда приехали. Я вообще думаю, блин, как-то может быть не стоит вообще там ехать. Но не потому что там испугался ехать, а нет. Потому что там, во-первых, санаторий какой-то стоит. Сверху я там прокатился, там вроде какие-то жилые дома есть. Ну, я не знаю, по-моему, мне показалось так. Вот, и вообще, в принципе, как бы люди, получается, живут там, спят. И мы как договорились там проехать там, 3 раза, грубо говоря, сделать пару кадров, поехать в другое место. Я сразу сходу начал давить. Наверное, я зря это делал. Надо было более аккуратно сначала проехаться вообще на прямых колесах, посмотреть, потом попытаться там подергать, прикататься. А я прям сходу начал давить. Ну и что, я раз проехал, два проехал. Вообще все прекрасно получилось, да? Чесанул немного стену. Ну, блин, жестко что-то, пиздец. Я тоже от края до края прям еле-еле. Так, в принципе, был уверен, даже, наверное, чересчур был уверен в себе, поэтому как бы все вот это и произошло. Ну, ехал я широко, перегазовал, упал, получается, в ливневочку, которая там идет с краю, а эта ливневка сразу переходит уже в гору. И все бы ничего, наверное, я, получается, зацепился задним колесом, меня понесло морду на гору, а колеса-то были уже вывернуты туда, я даже не успел как бы ничего сделать. Получается, я сразу начал заезжать на гору, и, может быть, я бы на нее заехал и спустился бы там, или там встал на 2 колеса и спустился, но там лежала вот такая коряга огромная от дерева. Получается, я башбаром въезжаю просто в эту корягу, башбар подминается под колесо, меня просто вот так вот подкидывает, я переворачиваюсь на крышу, и все, и уже качусь на крыше. Все, что я помню, это я еду, просто бах, вот так вот буквально там за секунду, просто раз, я уже лежу на крыше, качусь, и кромешная темнота, я ничего не вижу, я начинаю искать на ощупь, где там этот отсекатель масла, у меня почему-то выключился свет, я просто наконец-то нахожу, вырубаю тачку, глушу, ну то есть где-то секунд 10-15 она полежала, поработала, и первое, как бы что я не увидел ничего, просто темнота. Просто кромешная темнота, горит вот этот мониторчик единственное, что на который ничего не освещает, там черный фон с приборами. Я давай на ощупь выбираться, такой нащупал там, ага, понятно, асфальт, вылез-то, короче, не вижу ничего, вообще просто темнота. Я давай кричать там, парни, кто-нибудь там, блин. Парни! Я понимаю, что меня вообще никто не слышит, как бы это находится высоко, ребят все внизу стоят, вот, и уже Клим поехал, получается, обратно, потому что он впереди ехал чуть на расстоянии от меня, я, получается, ехал за ним, и вот он уже начал спускаться обратно, я ему там машу, типа, звони. Все, пизда. Все, я докатался, блядь. Додрифтовался, ебать. Кому, блядь? Пизда, нахуй, все, ебаный в рот, вот и смотри. Бля. Я вообще не понял, как это случилось. Так, все. Ребята подъехали, помогли сразу, естественно, как бы, да. Я думаю, так бы поступил каждый на их месте. Это просто жестко. Это жесть. А как так? Чуть прям заехал, и меня вот, видишь, понесло. Да.
А, это где меня? Я здесь сам. Отошли все. Давай, кидай. Нет, стой. Пошла. Сейчас произошла вообще какая-то дичь, я не думаю, что такое тут возможно. Mazda RX-7, вот это на LS-е крутейшая, я еще в Москве ее когда видел, там облизывался, здесь увидел, тоже облизывался. Она просто перевернулась, задела, получается, гору, да, наскочила на нее колесом и перевернулась вот так вот. Мне кажется, тут еще такого не было, то есть и сочинские ребята говорят, что такого не было. Да и я, в принципе, представить себе не мог, что здесь такое может быть. Но да, скорость большая, она, казалось бы, не очень большая на камере, но на самом деле GPS-навигатор показывает всегда 60-50. 60-50 – это такая приличная, на самом деле, скорость. Вот, и получается, он задел кусок, не знаю, скалы и перевернулся. До этого я видел, как он ехал, тоже до этого был проезд. Он тоже там задел, он немножко выскользнул туда, но смог справиться, переложиться. Я когда здесь был в мае, тоже здесь вылетел разок. Знакомый катал сзади, благо мы тогда не перевернулись. Фу. Мы подскочили просто вот так вот, жопой, и съехали. Потому что там какое-то место очень такое каверзное, и там все подскальзываются, и местные ребята, и вообще все подскальзываются. Я больше тут никого не катаю, в горах уж точно, да и вообще, в принципе, только там на официальных мероприятиях и со шлемами, с пристегнутым полностью. Сейчас вот так он произошел, ну хорошо, что сам жив-здоров, как бы, и каркас там реально спас. Я думаю, что тачку он починит, сейчас от шока отойдет, и я думаю, все будет нормально. Эвакуатор уже едет. В смысле, и сразу тебя крутуло? Да, прям вот моментально, вот сюда в обочину, щелк, и прям все, я пошел. Наверное, здесь скользко было, пиздец. Здесь да уже здесь подраскопали, скользко, здесь да. Стало скользко. Скинулись, заказали мне сразу эвакуатор, то есть оттащили тачку в сторону там. Погрузили, увезли, нашли место вот здесь, приютили. Вон там наверху сервис, получается, сказали, приходи, поможем, там инструмент, что надо. Вот быстренько сейчас скинул кулак, поехал, отвез. Меня проводили здесь, познакомили с хорошим сварщиком, заварили, приехал, поставил, как бы все. Ну, то есть предоставили все, что нужно. То есть, в принципе, тачку практически можно заводить, надо масло только купить и все. Я выкрутил свечи в первую очередь, потому что если там скопилось масло, а там реально скопилось масло, из спуска вытекало уже, и я побоялся, что могло через спускные каналы затечь масло в поршневую. Вот, соответственно, я выкрутил свечи, прокрутил мотор, да, оттуда вылилось, прям выбило масло, то есть это могло грозить гидроударом. Парни, стройте тачки правильно, прям подходите досконально к каждому моменту и особенно к безопасности. И не скупитесь на каркасе, делайте хороший каркас безопасности, потому что вот наглядный пример, как меня просто это спасло. Было, я, честно говоря, даже не помню, 500 или 600 подписчиков у меня было. Буквально за вчерашний день
У меня уже 2200, по-моему. Но что могу сказать, вот реально приятно, то есть как-то наоборот это мотивирует, потому что ни один человек не написал никакого негативного отзыва, то есть все поддерживают как-то там, все хотят донатить, но, ребят, не надо донатить, это не моя тема вообще, можно донатить, я не знаю, там, в детский дом, еще куда-то в помощь кому-то, как бы, а это все, это развлечение какое-то, несерьезно. Ну что, романец ездит, ездит, рисует. Хороший пример для того, как надо делать. У романца есть предрасположенность адаптироваться к ситуации. То есть неважно, будет это машина, место или еще что-то, ну, что-то сломалось и так далее. Он просто быстро адаптируется к этому и, ну, ебаш. Всегда красиво. Батя, короче, полутораметровый. Рома – король горы, король Ахуна. Рома разъебал там несколько раз уже машину, но до сих пор является королем Ахуна. Ей там заебись. На своей сливе едет, я вообще не понимаю, как. У него там выворот, ну, как на «Жигулях» стандартный, наверное, ну, может, чуть больше. Да чё, красавчик он, ебашит на все бабки, всегда на пределе. Все, что машина может, то он и едет. Ну, блядь, ебучий пилот, так сказать. Как бы у нас много пацанов, которые круто едут, но мое личное мнение, Рома, ну, самый такой из сочинских дрифтеров, самый ебучий пилот. Ну, потому что он едет всегда, ему похер, он так на расслабоне поставился, ударил, переложился, всегда на пределе едет круто очень. Классный чувак, хорошо ездит, офигенно у него окружение и черта характера окружать себя именно там нужными людьми и не общаться со всеми хорошо, это меня очень привлекает в человеке. Ему похуй вообще, кто о нем что думает из левых людей, не выебывается, не понтуется, просто делает то, что ему нравится и все, не старается никому понравиться. Ну я как бы родился здесь, поэтому с горами... В горах я, короче, давненько бываю, но впервые ездил по ним в 17 лет. Вот, начинал толком не знаю ничего. Ну как, насмотревшись видеоопшн, там, дрифтингоку, всякого такого, вот, чего много кто насмотрелся. Про вот вождение, как оно есть в реальности, я толком ничего не знал. Ну там симуляторы, что-то на джойстиках играл, там, ну, короче, обычный мальчик-дрочер на машины. Вот, ну как-то нравилось это все настолько, что каждый мой проезд это было что-то настолько от сердца, вот от души, что я на это вкладывался, так в это все сильно. Ну и как-то оно поперло сразу, то есть я
прям сходу сел и проехал поворот там шпильку, потом сходу проехал там двойной апекс, хотя при этом было так близко к отбойнику, что вот, ну, мне кажется, все-таки фартом его проехал сразу, то есть я бы, скорее всего, шортнул машину. Ну так вкатывался, бил по мелочи, потом бил не по мелочи. В общем, с 17 лет я катаюсь по горам, и давно это всем навязываю у нас тут местным, но, к сожалению, только сейчас к этому что-то приходит. Всегда нравилась 13-я Сильвия, особенно в двухцветном исполнении, типа кремовый верх и шампанский, типа низ, ну, через полосочку. С детства очень нравились, типа, такая странная у меня фетиш, когда все дрочили там на Феррари в какие-нибудь, а я вот эту фигню хотел. А на стрите все-таки мы придерживаемся того, чтобы выглядеть эффектно, чтобы машина стоя выглядела так, как будто она не может двигаться, но мы можем ездить быстро на ней, высекать искры, и это нам не сильно мешает. То есть да, где-то мы там перескакиваем через траекторию, но это ж прикольно, когда ты борешься с машиной, но при этом в угоду стиля. Мне кажется, в этом что-то есть. Не знаю, какие-то деструктивные мысли тебя посещают, типа ты страдаешь от этого всего, но ты балдеешь. Особенно бывают места, где у нас тоже не идеальные дороги, и ты по ним там прыгаешь, распрыгиваешься, ты знаешь, что сейчас машина вся ломается там. Ну это классно, я не знаю. Ломать машину, потом делать ее опять классной и опять ломать. Роман. Роман еще тот духарь, и да, он меня вчера прокатил. Ну, заебись, смотри на работу его ног, потому что было очень непонятно, потому что была огромная ебучая скорость, и он без ручника просто резко ее тушил, перекладку делал резкую самую, и дальше гасил. Просто пиздец. Он двигает свой стиль, у него есть какое-то понимание, что такое дрифт. Ну, это, наверное, самое прикольное, что можно делать с машиной, будучи молодым распиздяем. Я не знаю, всегда смотрел эти видосы, и мне нравилось, как это выглядит. Попробовав там в симуляторах, в играх, там, в Гран-туризме, я понял, что это действительно классно, и надо к этому идти. Жалеть машину, это значит, что ты потратил на нее время, но она тебе не дает никакой отдачи. Типа. Если ты делаешь красивую машину, а потом ее не шоркаешь об стену, если ты того хочешь, значит, ты не живешь полной жизнью дрифтовой. То есть можно там, за сезон, я считаю, позволить себе облить заново машину, ну, пускай не идеально, но чтобы она там с 2 метров была, ничего. Поэтому приезжать в дверь красивой стритовой машине – это почетно. Или там ушататься куда-то в обрыв, ну, полая туда там. Это тоже классно, типа, ты получил какой-то скилл, и ты уехал на красивой машине, а не на куске говна. В этом, наверное, суть. Ты же все-таки заправляешь там постель, наверное, моешь там посуду, типа, ну. Так же и тачку надо раз в сезон просто привести в порядок после сезона. Такое.
Первое покорение моих гор, вообще, в принципе, первая моя тренировка за 2 года, это был Ахун. Это был полный конфиг Ахуна. Примерно подготовка моя происходила так. Типа, а как здесь ехать? Это ж пиздец. Да, бля, просто сейчас я поставлю, ставься за мной, будет охуенно. И все, Самара запрыгивает в поворот, и мы проезжаем полный конфиг. В последней шпильке я прижимаюсь ему в дверь, мы выходим и такие, типа, ебать, это реально было сейчас. Меня пугали Ахуном еще в первом сезоне, когда я сюда приехал на сливе, но мы так туда и не доехали. Ахун, естественно, нужно иметь смелость, чтобы ехать. Там нелегко, там, ну, довольно-таки опасно, потому что можно и улететь, и прилететь, и слететь, и так далее. И за тачку может быть обидно тебе. Пугали меня, что там как-то жестко-жестко. Я подумал, блин, как же там жестко. На следующий год, когда я приехал на сливе, она уже была на JZ, она уже была мощная. Я там прокатился, но там была какая-то укороченная версия этого Ахуна, сейчас совсем другая. Ахун — это, ну, просто охрененный спот в Сочи. Но не самый охрененный. И не единственный, далеко не единственный. Почему все знают про Ахун и почему мы тянем всегда большие компании именно на Ахун? Потому что там просто есть площадка, где поставить машины. Да, да, да. Атмосфера такая, конечно, прям как вот даже не на видосах смотришь, если... Атмосфера какого-то форсажа, например, да, когда они вот приехали все вместе, где-то собрались, и какое-то движение идет. Не хватает вот света и не хватает музыки еще там. Бля, в нижний спот бы с кайфом ёбнул. Ну все, давай, погнали. Бухарка. Thank you.
Гоухард сила. РБ могила. РБ могила, Гоухард. Да по-братски Ваня все ради телок делает, только это в видео не вставляй. Let me go. I'm not done. I swear I'll take just one lifetime. And смотри, апрель. Не, слушай, апрель снимали, вышел в августе. Сейчас они снимают в октябре, выйдет когда? В апреле. Неправильно, в апреле. А кто это, да? Go hard. Подальше отойди, блядь. Go hard – это стиль жизни. Все нормально. Помахаешь. Ну, кто кого поборет, тот того и порет. Слышишь, я просил тебя запикать, а не запукать. Я рад, что я обзавелся здесь очень приятными знакомствами. Но это только на время здесь, потому что когда все разъедутся, перестанут дружить. Мы же сами сказали. Правило такое. Это стиль жизни. Расскажи, что у тебя с рукой произошло? Ты вот вчера только дрифтовал на марке, а тут пиздец. Ну, я покатался на кроссовом мотоцикле и... Теперь я не могу кататься на марке. Go hard, это стиль жизни. Блин, это просто супер.